Ребят, всем доброго времени суток. Рад вас приветствовать на своем канале успешных ICO стартапов. И сегодня мы обсудим проект под названием ZDL Coin. Это следующее поколение финансовой экосистемы. Будущее однорангового кредитования. В общем и целом, проект уже запустил свою продажу токенов. Она открыта сейчас на данный момент. Нет минимального бюджета, как бы софткап отсутствует. И уже собрано 34% от максимального капа, то есть более 17 миллионов долларов. Это говорит о том, что у проекта есть поддержка, есть инвесторы, хорошие инвесторы. И в принципе можно рассчитывать в дальнейшем на развитие платформы. Давайте же в этом видеоролике обсудим данный проект, в общем и целом, как бы ознакомительный видеообзор. Следующее поколение децентрализованных кредитных платформ, сочетая блокчейн-опыт с реальным мировым финансовым опытом. Цель проекта состоит в том, чтобы стать настоящим разрушителем на рынке. Данная платформа намеревается быть выбором для миллионов инвесторов, которые ищут лучшую сделку и как бы соединяющие их бизнес, желая быстрее и справедливее получить доступ к финансам, независимо от места в мире, то есть местоположения. Заемщик завершает заявку с помощью децентрализованного обеспечения. Как бы мы видим, как это указано на данной как бы схеме, как будет происходить обмен финансами, с помощью какого будет происходить технического обеспечения, в общем, смарт-контракты и так далее. Блокчейн-опыт даст как бы в данной платформе как бы потенциал и как бы безопасность, обеспечивая как бы полностью обеспечивая безопасность сделки, даст как бы кредитору или инвестору возможность полностью безопасно получить доступ к своим финансам или же заработать, принимая участие в том или ином проекте, то есть инвестируя в какую-либо платформу, либо же проект. Вы можете посмотреть видеоролик на официальном сайте, в котором как бы рассказывается цели и намерения проекта. Это как бы презентационный видеоролик. Всем советую его посмотреть. Это будущее, в общем. Как они указывают, компании со всего мира будут иметь возможность привлекать финансирование для всех видов потребностей, включая себя. В общем, проект не совсем, конечно же, понятен мне. На 100% я еще не разобрался. В технической документации много моментов, которые непонятны. Но, тем не менее, всем рекомендую скачать, ознакомиться, если вам интересны подобные проекты, и понять для себя, принять решение, возможно, стоит ли инвестировать в данный проект. Здесь как бы указаны все проблемы, которые существуют на сегодняшний день с финансированием, и включая блокчейн, опыт блокчейна, как бы и опыт финансовой мировой экономики, которая как бы уже устаревает, они как бы запускают свою платформу, которая, как бы по их словам, будет платформой будущего. В общем и целом, идея, конечно, хорошая, подобных проектов немного. Все проекты по-своему уникальны, но схожесть с некоторыми есть. Как бы они указывают у себя на официальном сайте партнера, мы видим GBX, если вы смотрели видеоролики на моем канале, у меня есть обзор данной платформы, это Gibraltar Blockchain Exchange, как бы довольно-таки серьезный проект, но я не могу сказать, насколько информация достоверна. Ознакомьтесь как бы с командой, возможно, это для вас знакомые личности, возможно, у вас есть определенное доверие к этому проекту, и вы намерены инвестировать. Но помните, что все инвестиции на ваш страх и риск, как бы мой видеоролик не несет никаких рекомендаций по поводу инвестирования ваших средств в какой-либо из проектов. Так что ознакомьтесь с информацией в общем и целом, скачивайте white paper, ознакомьтесь с дорожной картой, возможно, вас что-то заинтересует. Также подписывайтесь на социальные сети проекта, такие как Twitter, Telegram. Ссылочки оставлю в описании. Twitter вы сейчас видите у себя на экране. В Телеграме также достаточно подписчиков, достаточно участников, точнее, и идет активное обсуждение вопросов по данному проекту. Как бы пишите, не стесняйтесь, вам ответят на все ваши вопросы, менеджеры как бы отвечают, как бы стараются всем разъяснить информацию о проекте. В общем, никаких проблем с этим не существует, так что ссылочки по проекту все в описании под видео. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!